Храм – это место особого присутствия Божия. Впервые за несколько веков существования деревни Елисеевка Клетнянского района зазвучал благовест. Чин освящения новопостроенного храма часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского и первую божественную литургию совершил глава Клинцовской епархии епископ Владимир. Елисеевка с виду обычная живописная деревенька. Именно здесь, на краю этого местечка, удивляя проезжающих самим фактом своего существования, красуется срубленный из дерева храм-часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского. Этот небольшой уютный дом Божий собрал под свой свод большое количество народа. Были среди них и те, кто верил еще с советских времен, что церкви в деревне быть. Ведь возможности молиться в храмах, которые находятся далеко от поселения, у них нет, здоровье не позволяет. Строительство прихожанами святыни при поддержке офицеров ФСБ спецподразделения антитеррора длилось 5 лет. Занимаюсь бизнес-деятельностью. Я по нынешней так и текущей ситуации занимаюсь бизнес-деятельностью, но православная вера и в память о моих погибших учеников слезы душат. Вот, и воздвигнут этот храм. Совершив крестный ход вокруг новопостроенного храма, архипастырь призвал всех жителей как можно чаще приходить сюда. А вот к чему я вас призываю? Не проезжать мимо, а останавливаться, заходить, писать записки, ставить свечи и молиться Господу Богу нашему, Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, и покровителю вашего места Александру Невскому. Еще один корабль православной веры начал свое духовное путешествие во времени. За храмовой оградой имеется оборудованная детская площадка, посажены деревья и кустарники, разбиты цветочные клумбы.